Привет, мои дорогие. В общем, выгляжу вот так сегодня. И Боня. Никуда я без нее, ну куда я без тебя? Покажи свою прическу. Бонечка, иди, иди, покажи свою прическу. Какую. Ой, сейчас мы покажем, какую мы причесочкой ходим. Боня, ну, вот так вот. Боси и Бонь. Вот такой вот у нас причесон сегодня, да, Бонь? Вот так вот я сегодня выгляжу. Сейчас пойдем с Боней заниматься делами. Боня уже тоже готова. Нету у меня зеркала в это большого в коридоре. Не могу вам показать. Вот, в общем, вот такой вот плащ и джинсы, видите? Вот так вот. Вот так вот. Девчонки, пишите. Нравится, не нравится такой стиль одежды. Люблю я все такое балахонистое, люблю все и такое в стиле, можно сказать, типа боха, да? Ну, а вообще одеваюсь так, как мне удобно. Все, ой, собралась. Пишите, что любите вы, хорошо? Все, а мы пошли. У нас за домом, кстати, неплохо вот так вот, хорошо все выглядит. Первый раз без ветра живем. Не, серьезно, первый раз без ветра. Погода сегодня замечательная вообще. И Бонька. А, пошли. В первую очередь сейчас пойдем с Бонькой в РКЦ, заплатим за горячую воду. Всегда все кум-услуги плачу онлайн. Второй месяц не могу оплатить. Позвонила, спрашиваю, в чем дело. Они говорят, все, у нас ничего там не работает, типа идите платите в кассу. Я начала возмущаться. Они говорят, ой, тоже мне привыкли тут сидеть на кнопочке нажимать. Все, идите платите. Все, а мы пошли, короче, сейчас заплатим. Что ты там увидела? Что ты там увидела? Бонька, пошли, делов много. Интересно, специальное время выкроила для того, чтобы заплатить. Не пойму теперь. У нас еще моду такую взяли. Если, в общем, месяц не платишь, пени включаются. А какая пеня может включаться, если пошла платить? И там закрыто, а онлайн не оплачивается. Очень странно, да, Бонь? Погода замечательная. Класс. Но мы с тобой никуда не успеем. Вообще никуда не успеем. Будем так ходить. Приходится нам в масках ходить. Вот. Пойдем на базар. Зашла на базар. Все равно мимо идти. Иду я в зоомагазинчик небольшой. Там я Боне покупаю всякие вкусняшки. Ну и думаю, все равно, раз идем мимо, зайдем, посмотрим, пошатаемся, как говорится. И вам заодно покажу. Редко я здесь бываю, потому что ничего практически здесь не покупаю. Но иногда походить люблю, посмотреть. А тем более такая погода хорошая. Заодно и вам покажу, как у нас базар выглядит. Ну и народу тоже немного. Ой, кто к нам идет? Батюшки. Батюшки. Ну как же тебя зовут, красавица, а? Боня, скажи, меня зовут. Боня. И что, это девочка или мальчик? Девочка. Ай ты, господи. Ой, ты, боже мой, она не злая? Бывает. Лучше не трогать. Хорошая девочка, а? А сколько лет? Ой, она большая уже. Большая уже. Да, наверное, нет. Это? Нет. Мы замуж не пошли. А, мы замуж не пошли? Нет. Ну, это, может, и лучше. Нет. Но она не просит меня, ничего. Эх, девочка, нет, конечно. Ну, базар. Поснимаем базар, да?
Боня. Бонька всем нравится, да, Бонь? Скажи, я всем нравлюсь. А? Вот, на ручки залезла и едет. Да, вот по базару походим, посмотрим. Вообще никого я не вижу. Людей мало. Очень сильно мне это напоминает 90-е годы. Черкизовский рынок. Помните? Если да, то пишите. Интересно, ходили, не ходили. Кто, может, ездил, торговал. Всяко было, правильно? О, были времена, мама дорогая. Да, похоже. Черкизовский рынок, потом вот Олимпийский раньше был. Вот что-то такое вот было. Твой же магазин пришли, бунтуешь. Смотри, какая красота. Вот сейчас вот те одежки. О, какая красота. Смотри, сколько всего. Ой. А, сейчас пойдем. Сейчас вот купим тебе вкусняшку и пойдем. Да? Пойдем? Сейчас пойдем, 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 пойдем. Смотри, как вкусно. Смотри, сколько всего. А то на что будем? Бежать. Пожалуйста, 60 домов. Сильно разбавлено. Красотень. Вот, давай тебя заснимем. Покажем. Показывай тебе, да? Давай. Все. Сейчас так насмешили, говорят. Да, без ребенка в первую очередь. Взяли нас, пропустили. Пошли в магазин, пойдем зайдем. Все уже осень. Все уже осень. Ой, магазинчик небольшой. Здесь у нас продают белорусскую косметику. Я покупаю пасту белорусскую зубную. Пошли, пойдем. Пошли, пошли. Давай, вперед. Ну, пойдем, зайдем. Пошли, пошли. Не пойду. На руки. Подожди, подожди. На руки просится. Пойдем. Покупаю я белорусскую пасту зубную, нравится она мне. Она не слишком такая резкая, нормальная, в общем. Все купили и пошли. Это устраивает. Пододельник 160 на 210. Пойдем, 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 пойдем. Какие красивые там клубочки, да, поставили. Молодцы. Не упади. Везде грязь найдешь, да? Вообще, я уже что-то так устала, еще там кое-что купила. На себе все это тащу. Пойдем по асфальту. Чего мы будем здесь грязь с тобой месить? Красота будет. Красота. Пошел.
мы еще в банк зайдем, надо кое-что там сделать. Лишь бы народу много не было. Раз уже банк приходит. Будем ждать? Будем ждать, да? Будем ждать. Былой, да? Ну, я ПРЛ отправила. Ага. Посмотрите, может, там это? Давай. Получается? Угу. Придется нам посидеть. Я вот банки снимаю, интересно, можно, нельзя. Сейчас как возьмут нас, Бонька, хлопнут. Ну, с другой стороны, я же не камеры снимаю, я же Боню снимаю. Ну все, наверное, давайте я буду отключаться. Всем всего самого-самого хорошего. Ставьте лайк, если понравилось. И пишите. До свидания, пока. Подписывайтесь на канал. Все сказал. Давайте, до новых встреч.